Всем добрый день, дорогие друзья. Даже не знаю вообще, с чего начать. Наверное, с того, что это праздник, с которым я вас сегодня буду поздравлять. Вот, это, наверное, самое крутое, что случилось в моей жизни. Это все, наверное, уже знают. Я вас буду поздравлять с Днем Трейдера. Перед тем, как приготовить это видео, я, естественно, всегда планирую определенные вещи. И в плане было написано, что этот праздник значит для меня. Но на самом деле это моя жизнь. Это моя жизнь, это моя судьба. Это все, что сделало меня таким. Знаете, есть профессиональные праздники. Знаю, день водителя, там, день учителя, день летчика. У нас тоже есть свой профессиональный праздник. Что этот праздник значит для меня? Ну все, абсолютно все. Это вся моя жизнь, я другого не знаю. Я начал заниматься трейдингом, когда мне было 28 лет. Наверное, я уже в сознательном возрасте начал заниматься. Даже 27 я пришел в трейдинг в 98 году. Вот почти половину своей жизни я занимаюсь этим любимым занятием. Перед тем, как я вас поздравлю с этим праздником, я хочу каждому из вас пожелать, неважно он трейдер или кто-то другой, чтобы он относился к своей профессии с огромной любовью, кем вы бы ни были. А надо на самом деле очень любить свою работу и с гордостью ее выполнять. Знаете, я вспоминаю ситуацию, когда я был таксистом. Скажу даже честно, я абсолютно с гордостью был таксистом. У меня не было никаких проблем подвозить людей. Я это делал с большим удовольствием, и люди мне отплачивали всегда тоже, и помимо того, что они давали чаевые и платили за поездки, они платили мне радостью. Они говорили: слушай, мы не видели таких людей, кто прям с такой гордостью делает свою работу, вождение такси. Я каждому из вас, видите, я уже, мне, конечно, в очках даже гораздо легче смотреть, мне сказали, что в очках я выгляжу более интеллигентно. Так вот, я хотел каждому из вас пожелать, чтобы он очень любил свою работу. В этот профессиональный день, наш профессиональный праздник, день трейдера, я хочу, чтобы вы действительно полюбили свою работу, так как ее люблю я. Я хочу пожелать, чтобы когда вы кому-то говорили, чем вы занимаетесь, чтобы вы это говорили с большой гордостью. Потому что когда я кому-то говорю, я трейдер, это то, о чем я могу часами разговаривать. Я желаю каждому из вас, чтобы вы гордились своей профессией, любили ее. И самое главное, чтобы у вас была взаимность и гармония с трейдингом, так как она есть у меня. Всех поздравляю с Днем Трейдера. Всем удачи. Извините, конечно, что не по плану, но с душой и от души, а самое главное, от сердца. И знаете, у меня в феврале месяце умер отец, и я скажу его словами. Попробую сделать хорошо, плохо получится само по себе. Нас всех с праздником трейдера и удачи. Всем хорошего дня.